называем столь ожидаемую нами выставку «Восхитительная Мирофилине». Мы очень долго ее ждали, и мы очень горды, что такая замечательная выставка собиралась специально для музея «Эрарта». И это все удалось, потому что задумок было очень много, и я очень рада, что большинство из них воплотилось в нашу выставку. Действительно, эта выставка раскроет нам замечательные и очень известные всем фильмы Федерико Феллини с другой стороны. А поскольку обычно, когда мы смотрим фильмы, мы, конечно, следим за перипетиями героев, но, может быть, даже костюмом не столько уделяем внимание, как хотелось бы. Нам, мы очень рады. Мы сотрудники музея «Эрарта», безумные фанаты фильмов Федерико Феллини. И нам очень нравится, мы очень довольны тем, что теперь мы имеем возможность и сами рассмотреть эти замечательные костюмы, и вам дать эту возможность. Мы очень рады, что этот проект состоялся, и благодарим Генеральное консульство Италии в Петербурге за помощь в организации этого мероприятия, и лично Леонардо Личини. Мы очень рады, что нам помогал Институт культуры Италии в Петербурге, и огромная благодарность президенту Мафай. Я очень буду рада передать слово сейчас генеральному консулу. Будьте добры, пожалуйста, Леонардо, слушаем вас. Спасибо. Перед тем, как я говорил о выставке, я хотел бы сказать пару слов о том, что произошло в Италии вчера и сегодня тоже. Мы все боялись, что землетрясение было такой же разрушительным, как 24 августа. Это пучки ощущались в многих городах Италии. И я говорил с друзьями, и им было очень-очень страшно, даже в Риме. И слава Богу, что произошло вечером, а не ночью. И люди успели выйти из дома, поэтому был на себе большой материальный ущерб, но люди не пострадали. Но вернемся к выставке. Я очень рад приветствовать вас здесь сегодня на открытии этой великолепной, очень итальянской выставки. Большое спасибо музею «Эрарт», спасибо куратору выставки господину Нару, спасибо госпоже и, конечно, спасибо всем, кто пришел сюда сегодня. Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге и, конечно, Институт культуры Италии в Санкт-Петербурге с удовольствием, большим удовольствием приняли решение поддержать эту выставку, потому что кто лучше Феллини представляет искусство итальянского кино в мире и в России. И конечно, костюмы играли важнейшую роль в фильмах великого итальянского маэстро. И поэтому я думаю, я вижу, посетить эту выставку, мне кажется, является даже волшебным опытом. И когда речь идет о Феллини, речь идет о классическом итальянском кино, но я уверен, сегодня среди нас есть много поклонников и современного кино, итальянского кино. И тогда позвольте мне использовать случай и напомнить, что мы организуем три кинофестиваля каждый год в Санкт-Петербурге. В феврале, в марте собрание фильмов фестиваля Венеция, в апреле нового итальянского кино, фестиваль нового итальянского кино, в конце ноября фестиваль российско-итальянского кинофестиваля, который в этом году открывается 24 ноября. И я всех приглашаю, потому что будет много интересных фильмов. Спасибо. Еще раз
Большое спасибо и нас ожидает выставка. Тогда я приглашаю к микрофону Энзо Фарнара, куратора выставки. Allora, buonasera a tutti. E naturalmente è stato un grande piacere collaborare con Enzo Fornaro e con la signora Mafai, che è un personaggio naturalmente storico nell'ambito del costume italiano, e naturalmente con il Museo Eralta. Ringrazio tutti, è stato un progetto complicato, alla fine ci siamo riusciti, sono un progetto di tutti, è un progetto di grande collaborazione e naturalmente mi auguro che verrete a visitarla numerosa, è una mostra molto bella, grazie. Grazie, faccio vedere tutti i benvenuti. Добрый вечер, большое спасибо всем, кто работал на этом. Было очень приятно работать с госпожой Джулией Мафай, с господином Энзо Фарнаро, с музеем Эрарта. И мы надеемся, что много было беспокойств, связанных с этим проектом. Вот теперь видим, что он удался, и будем надеяться, что будет музей за период выставки посвящен очень многим гостям. Спасибо большое, спасибо огромное. Дальше я бы хотела дать слово невероятной женщине, невероятной Джулии Мафай. Мы все очень ждем, когда же сможем выражать лицо. Невероятно восхитительная Джулия. E in queste occasioni tutti dicono le stesse cose. Siamo molto felici di essere qui, siamo molto grati della vostra ospitalità e siamo molto contenti di vedere tanto pubblico. Questa è la banalità della buona educazione. Io vi dico con tutto il cuore che sono semplicemente felice, ma non felice per me, ma sono felice per il lavoro che ha fatto Federico Fellini e che io ho l'orgoglio di portare in giro per il mondo. E sono felice che voi possiate amare le stesse cose che io amo, le stesse cose che ha amato Fellini, le stesse cose che hanno amato gli attori e il pubblico che ha amato Fellini. Vi amo tutti quanti. Bye, bye. Выставок говорят приблизительно одни и те же вещи. Благодарят тем, кто пошел, благодарят тем, кто сотрудничал. Это банальность. Банальность хорошего воспитания. Госпожа Джулия Мафай хочет только сказать то, что она очень счастлива. Но счастлива не за себя, а счастлива за всех вас, кто сможет увидеть те восхитительные вещи, которые прикоснулись к миру Феллини, которые тот мир Феллини, который продолжает жить, и вы его увидите. Мы, Энзо, слушаем вас. Будем очень рады услышать. Все куратор выставки Энзо Фарнаро. Grazie, grazie a tutti voi che sono venuti, è davvero piacevole vedere che c'è ancora molto interesse per voi. Ottobre è un mese un po' particolare, sono 40 anni che è uscito per la prima volta il film Casanova, il 31 di ottobre purtroppo saranno 23 anni che è scomparso Federico. E quindi noi invece inauguriamo oggi questa mostra dedicata proprio a Federico Fellini. Спасибо вам всем, кто пришли на эту выставку. Замечательно видеть, что интерес к Феллини остается по-прежнему очень значительным. Действительно, октябрь – особенный месяц. В октябре 40 лет с момента, как вышел фильм «Казанова».
31 октября умер Феллини. И вот мы опять же в октябре открываем эту выставку. Abbiamo, grazie alla collaborazione con la fantastica Giulia Maffai, che lei conosce ogni angolo di Roma dove c'è un reperto di Fellini, e siamo riusciti a creare questa bellissima mostra. Certo bisogna anche ringraziare il museo che ci ospita, e quindi Anna Lecierda e tutto lo staff del museo Terralba che ci ha ospitato e aiutato a creare questa mostra. Altrettanto ringraziamento va alle nostre istituzioni, al Consolato Generale che ci ha aiutato a portare qui tutto questo, quello che vedete, all'Istituto di Cultura che lo stesso ci ha supportato in questi nostri passaggi, e poi alcune persone che sono sempre qui presenti con noi, che senza di loro non avremmo avuto la possibilità di montare questi bellissimi costumi, che sono Cecilia e Marina. И, конечно, все-таки хочется еще раз поблагодарить фантастическую Джулию Махай, историка костюма, которая знает каждый уголок Рима. Поблагодарить музей Эрарто, директора Анну Алексееву, поблагодарить весь штат музея. Конечно же, поблагодарить Генеральное консульство Италии, без которого невозможно было бы провести эту выставку, поблагодарить Итальянский институт культуры, который дал поддержку этому проекту, а также штат Джули Мафай, это Чичилия и Марина, и всех людей, которые помогали в работе над этим проектом. Mettere assieme questa mostra è stato piuttosto complicato. Se consideriamo il tempo che è passato da quando sono stati fatti i primi film, parlavamo prima 40 anni per il film di Casanova, ma ce ne sono di alcuni ancora sulla strada, molto più antichi. E quindi trovare ancora oggi questi costumi, queste condizioni così belli, da vedersi, quasi da toccare, da portarsi a casa come la reliquia, è stata davvero un'impresa difficile, ma come vi dicevo, grazie a Giulia che lei ha seguito per tanti anni tutti i vari attori che componivano lo staff di Fellini, e quindi... E anche grazie all'ospite di Tarzan. E grazie. Это было очень непросто составить эту выставку, потому что со времен съемок фильмов, как уже сказал Энцо, прошло 40 лет, это 40 лет только со времен съемки Казанова, со времен съемки «Дорога» прошло еще больше. И поэтому достаточно трудно найти эти костюмы вот в таком состоянии. То есть те костюмы, которые находятся здесь, их прямо хочется взять и забрать домой, как реликвию. Ну, потому что действительно они находятся в прекрасном состоянии. И все это во многом и в значительной степени благодаря именно Джулии Мафай, которая поддерживает контакты со всеми, кто работал, с актерами, со всеми, кто работал в фильмах Федерико Феллини. Un'altra cosa importante che testimoniano questi costumi sono i nostri atelier teatrali che da tanti anni lavorano con grande professionalità e che hanno portato a casa diversi premi Oscar, perché molti dei costumi che sono qui, grazie ai due scenografi principali, Piero Gherardi e Danilo Donati, hanno ricevuto gli Oscar per i migliori costumi. Другая интересная вещь, о чем свидетельствуют эти костюмы, это работа знаменитых итальянских театральных ателье. Поскольку те костюмы, которые здесь представлены, это костюмы, которые выполнены двумя художниками по костюму, Пьеро Герарди и Данило Донати, которые получили премию «Оскар» за часть фильмов «Костюмы». Ecco, entrando nella mostra sicuramente avrete visto anche delle fotografie, e questo è un omaggio che vogliamo fare a un'altra grande fotografa italiana, Elisabetta Catalano. Elisabetta Catalano
stato anche presente nel film Fellini, in particolare in quello che si chiamava Ottenimento, che infatti voi entrando troverete una fotografia dove è raffigurata tutti i personaggi e gli attori del film Ottenimento, e in quella fotografia troverete anche un cuoricino che Fellini ha dedicato proprio a Elisabetta. Ma poi entrando dentro la mostra troverete invece le fotografie, i ritratti che ha fatto Fellini e alcune riprese del backstage del Parigi. При входе на эту большую выставку вы видите еще такую небольшую выставку в выставке фотографии. Это выставка фотографии Елизаветы Каталану. Этот фотограф начала работать с Феллини как актриса, и действительно об этом свидетельствует фотография, которая размещена рядом с ее биографией. Это именно фотография другого художника, представляющего ее на съемках фильма «Восемь с половиной». И затем она начала постепенно снимать съемки фильма в Феллини, и все остальные фотографии уже ее авторства. L'ultimo appunto riguarda altre cose che troverete in mostra, a partire dai manifesti che sono alle nostre spalle, anche loro sono originali, ma i manifesti all'epoca erano ancora molti di essi segnati, quindi non fotografie. Troverete due simboli, come possiamo dire, che rimandano ad altri aspetti che sono all'interno del cinema, e quindi una foto che era quella del Centauro di Amarcord, troverete la Vespa dei paparazzi, ma troverete anche molti costumi di artisti famosi, partendo dal più conosciuto di tutti, che è quello di Anita Ekberg. Grazie per tutta la vostra attenzione, spero che la vostra vi lasci dei bei ricordi e a presto per un'altra volta. И еще небольшая часть этой выставки – это кинематографические плакаты, которые вы видите на стене за нами. В те времена они были еще рисованными, там не так много фотографий. Затем здесь на выставке представлены некоторые объекты, вещи, которые часто были в съемках фильма. Это знаменитый мотороллер Веспа Папарацци, это мотоцикл из фильма «Амаркорд», и также некоторые вещи, объекты и костюмы, прочие костюмы знаменитых актеров, все из фильма «Феллини». Еще раз огромное спасибо, что вы пришли на нашу выставку. Спасибо большое. Невероятный экскурс, на самом деле, да, по нашей выставке. Я хочу сказать, что это не все. У нас эта выставка большая и представлена не только на втором этаже, где сейчас мы с вами находимся, но еще и на пятом. Поэтому после того, как мы с вами здесь закончим, будем очень рады видеть вас на продолжении экспозиции на пятом этаже. И я также хочу сказать, что мы, музей Рарда, приготовили для вас еще два сюрприза в рамках этой выставки. Это, безусловно, экскурсия выходного дня, которую мы будем рады представить вам уже со следующей недели. И наш традиционный гастросет, посвященный выставке, в которой наш повар Артем Кривичуков будет рад также представить вам уже начиная со следующей недели. По пятницам ждем вас. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что вам очень понравится наша экспозиция. Приходите в Рарда.